кстати, а турникеты с этим, с телефона пройти работают? Крайне важно. Мне как? А, все. Спасибо.
гвардейская. Thank you.
сейчас время? Сейчас ровно 6 часов вечера. Тихо, спокойно. Никого. Только полиция. Бум стоит пустой. Красота. Редко когда такое увидишь днем. Но ведут какие-то работы, видимо, аварийные. Владимир Ильичу подкоп роют в мавзолее. Несмотря ни на что. Забрали брусчатку. Настроение не пятничное, нифига, весны нет. Сегодня град и дождь, снег шел, что попало. Они фотографы тут фотографируют. Когда еще такая пустая Красная площадь будет? А вон мужики на меня смотрят, думают, докопаться или нет. Блюдут порядок. Постою. Можно нормально рассмотреть без тряски. Thank you.
грустно. Закрыто, наверное. Туда без стука идти. Да, там все загорожено. Да, на удивление тихо и спокойно. На машине несколько раз приезжали. Начало Варварки. Гостиный двор. Вот и первые представители из дома. Вид на заряде такой здесь интересный. Народ там все сидит, что делает даже. Это заряд. Чайки кричат. Ну что, судя по третьему дню пропусков, хватило опыта этого мэрии, что в среду произошло, какие пробки были страшные в метро. Сейчас никто никого не трогает, никто ничего не проверяет, людей мало. Сейчас конец рабочего дня, в принципе, то есть народ-то должен-то двигаться много, передвигаться по метро и так далее. Народу мало.
на входах и вестибюлях не создают никаких затруднений, проверок нет. Что, в принципе, слава богу, что мозг включили, перестали заниматься медиумом. Так вот, красиво, тихо и спокойно. Люди сами не особо из дома рвутся. Голова есть на плечах. Не знаю, нафига вот эта ерунда с автопропусками. Экспериментируют. Заканчивать уже. Все. Здоровья вам и хороших выходных. Она снимает все вокруг. Офигенный вид. Не-не, я прятался, чтобы не попасть в кадр. Фотографию делал сферическую. Ладно, ладно, это хоть. Спасибо. Так, а где здесь вход в метро ближайший? Метро? Вот прямо. Походный ряд будет. Здесь, в принципе, оно ближайший будет. Спасибо. Проверили.